мне предложил до аэропорта. Вот он час икс. Я его в гостиницу. Николай Сафроник должен был сесть вперед, но он постеснялся. А вот и наш. Спасибо, Владушка. Нет, что ты. С кем будет драться? С Конором? С Конором, да. Ты все знаешь, да? Единоборство. Едва не опоздали на посадку. Какая посадка? Они должны наш завтра. Вот она без тебя подходила к нам, скажи Лео. Да. И сказала, осталась только ваша команда. По-моему, мы остались без водителя. Есть у кого права? В дороге стала открываться дверь. Водитель наш полез налаживать ее. И машина, которая сдавала назад, ударила ее. Наш водитель, которого Толганцев спас, погладил, теперь он не хочет с нашим автобусом уходить. Хороший мужик оказался. Душевный. Чувства пробудились. Батай. Сильвестр Сталлоне. Акваба. Новый городок. Идем знакомиться с полем. Местный стадиончик, где у нас будут проходить тренировки. Здесь же какие-то ритуалы совершаются. С собаками нельзя. Ну, местные жители курят. Это не Россия. Здесь, тут можно курить на стадионе. Местные жители все на русском говорят, кстати. Тоже удивительно. Сергей Николаевич, ты начинаешь цикл передач дневники сборов. Да, этим видео футбольный клуб Уфа открывает цикл программ, который называется дневники сборов. А вот как устроен обычный деревенский стадион в Австрии. Обратите внимание, с этой стороны стеклом зона зрителей закрыта от ветра. А здесь стоечки, тут же пивбар. И вот сюда вот ставится квас, лимонад или еще что-то подобное. И вот так можно смотреть, как играют команды. Европа Лига.